Извините, что-то секунду. Со светом. Да. Что-то со светом. Может быть, там чайник кто-то включает, выключает. Там мигает. Сейчас вот перестало, да. Нам главное про магию не начать говорить. Про магию не потому что может все полететь. Я каждый раз говорю, мне говорят, да, понятно. Ну, ты. Знаете, стык цивилизации, это все барахло. Ничего такого ты не чувствуешь. Первое. Ты радуешься тому, что ты остался жив при встрече с ними. Потому что если они выскакивают на тебя там с копьями, топорами, там, яропанами, там, ядом курары, то 50% успеха твоего мероприятия состоялось. Потому что если бы хотели убить, убили бы ты и не заметил. Значит, не хотят убить, значит, тестируют. Это первое, да? Радость от того, что встреча состоялась, и ты жив. А тема вторая. Наконец-то я смогу просушить свою одежду, там, выпить горячей воды и передоверить свою безопасность другим людям. Потому что долгое время ты добираешься туда, и это все время на пределе. Это два. Третье там, может быть, я не знаю, признали меня. И подходит вождь, абсолютно голый, понятно, и начинает меня обнимать, хлопать по плечам, потом другие воины подходят и так далее. О чем я думаю? Вот, встреча с цивилизацией? Нет. Я думаю о том, что никогда не думал, что буду обниматься с голым мужиком. Мы устроены несколько иначе. Вот. Конечно же, как писатель, поэт и так далее, я потом в одном из жанров, конечно же, и подниму эту пафосную тему. Там, встречи цивилизаций, миров, там, параллелей. Но вот так же, как в племенах миром правит объективность, реальность и целесообразность, такое триглавое божество, вот точно так же и в твоих настоящих ощущениях, которые ты умеешь фиксировать, потому что на протяжении 30 лет я веду там дневники самонаблюдений, которые необходимы для там, психологов, антропологов, физиологов там, и прочее дело. И они научили меня выхватывать там, из палитры любую краску моего настроения, эмоции, мысли, чувств там, и так далее. Потому что это важно и интересно там, науке, предположим. От чего там нужно отказываться? Не только от бытовых вещей. Понятно, что доехал, то уже одно. Вы знаете, отказываться нужно от любого рода пудры, скафандров, макияжа, значит, ментального прежде всего, которые ты тащишь тоннами на себе туда, даже не подозревая об этом. Вот этого не нужно. Отказываюсь я, да, еще, значит, по принципу не навреди, уже в какой-нибудь третьей, четвертой или там экспедиции я заходил в сообщество, как бы оно ни называлось, в том виде, в котором оно существует. То есть они голые, я захожу голые и раскрашенные. То есть не привноси туда ничего, да, по целому ряду вещей. То, что это навредит, однозначно, это действительно однозначно. Любой предмет, привнесенный туда, это вред. Например, не существует зависти в племенах. Почему? Потому что каждый из членов племени владеет лучшим в мире предметом той или иной темы. Ну, словом, если мне нужен лук, я подхожу к мастеру, который делает луки лучше всех, и говорю, сделай мне вот такой высоты, вот такой толщины. А тому, кто рисует, скажу, раскрась вот так-то и так. У меня лучший в мире лук, из известного мне мира. И так, чашка или гамак, что бы это ни было, да, поэтому зависти нет вообще. И тут ты приносишь... А? Лучшая жена, может быть? Не может быть, потому что если ты встретился глазами женщины, и она тебе нравится, и ты видишь, что нравишься ей, она берет свой гамак, привязывает рядом с твоим, все, свадьба состоялась. Все происходит вот очень как бы естественно, если не сказать примитивно, да? Что не воспевается мною данные, да? Потому что как бы это же тоже какие-то эволюционные, инволюционные, я не знаю. Но подвижки, которые так или иначе или украсили жизнь, или сделали ее сложнее, что не значит хуже зачастую, да? Вот, так что... А предмет, который я дал, они мне говорят, что бы это ни было, придумал, зажигалка, это мачете или что угодно. Они говорят, ух ты, прикольно, сделай мне такой же. Я не могу сделать ни зажигалку, ни штаны, там, ни украшения, ничего я не могу сделать. Я уже не говорю ток, порох, там, если бы я им пытался объяснить, что такое лед, там, даже... А уж ваучеры, там, какие-нибудь или акции, это вообще бессмысленно. Поэтому вот это все лишнее. Вот это все нужно оставить за порогом. Причем в племени может пройти 2 недели, никто не произнес слова. Потому что в этом нет смысла.